играю партию по минуте с международным мастером. Разыгрывает против меня новоиндийское построение. Ну, отвечу вариантом с двойным фианкета. Скорее всего, он даже перейдет в систему Ёж. То есть где-то возьмет CD и будет подрывать либо D5, либо B5. Такая идея. Вот он подорвал B5. Ну и я потихонечку создаю 2 на 1 на фланге. Конечно, нужно в очень быстром темпе здесь играть. Размышлять вообще некогда. Поэтому нужно просто крепкие ходы делать. Кто меньше здесь сделает ошибок, меньше зевнет, тот, собственно, и победит. Но я думаю, эндшпиль для меня будет приятен, если я ферзей разменяю. А соперник хочет начать атаку на королевском фланге. Уже подорвал мои пешки. Хочет, наверное, на g3 занести. Но я пока не дам ему это сделать. Еще размениваюсь, но вот как раз зевнул на b3. Остаюсь без пешки теперь. Так, могу ли я сюда забрать? Наверное, нет. Ферзь b2, поэтому. Вот теперь заберу. Так, шах. И сейчас мой конь пойдет. Мат ему ставить. Пока еще шах. Теперь сюда. Много раз закрылся. И готов при случае съесть еще одну пешку у него. Так, почти зевнул он тут мне, но нет. Уже начинаю включать предход. В итоге он тут мне проблемы создает, и получается эндшпиль, где я без пешки. Скорее всего, проигранный. Но здесь уже важно просто быстро работать с мышкой. Так, забрал сюда. И это, скорее всего, ничья. Зафиксирует ничью компьютер, да. Сыграем реванш. Либо каракан, либо славянка получится. Получается каракан. Сыграю вариант с конем f6 и gf. h5 теперь. Как можно дальше хочу продвинуть пешку. Создать какую-то зацепку для игры на королевском фланге. Так, и теперь в 3-0 уйду. Пусть будет король b8, вроде на d5. Есть ход и конь c5, слон c5, наверное, слоном закроюсь. Он у него сильный, грозит моему королю, поэтому выберу такой вариант. Так, задумываться нельзя, конь b6. Съел теперь e5. Он съел, я ферзем съедаю. Так, ну и получается снова эндшпиль у нас. На слон f3, e4 толкну. Ладья d4, хочу защищенную проходную организовать. Подкрепил. Так, размен и слон d3. Приходится назад играть теперь. Главное, чтобы он тут мне штаны не организовал, потому что идет и пешка А, и пешка H. Это довольно-таки неприятно, поэтому мне нужно переходить срочно на другой фланг королем и пытаться выиграть пешку А. Соперник, естественно, не позволяет. Стою на месте. Так, и здесь f5 нужно сыграть в один момент, чтобы он не пролез слоном.
Не знаю, выиграно здесь у белых или нет. Вроде пока стою. Но вот он нашел, скорее всего, выигрывающий путь. И срочно толкаю свою пешку. Король опять теперь. Спрятал слона. Бью. Так, сюда ушел. Так, ну и удалось выиграть по времени. Повезло, конечно. Здесь уже позиция была абсолютно проиграна.